Сип и Дэрит Дэк! Спешат на помощь. Сюси. Как мы встретились с Рак-Рак-Рак? Вот к чему привело твое дурачество! Вы, потлатые говнари, меня заебали последнее время. Сдохнет, блядь, каждый. На этом борьба с грызунами. Охуенный зум. Все-таки работа сыщика не очень легкая, да я умыкуй. Сейчас, ребята. Ребята ебанулись. Не надо было их посылать. Нахуй. Ну что за глупые шутки? Я пошутил. Эрл, вот эта пизда напоминает наш шашлык пиздовый месяц. Что это такое? Блядь! Винца, винца! Сначала в казино, потом в казино, потом... В Турции, блядь! Потом... В жопе. Может тебе вообще отправиться? Нахуй! Ну чит! Нахуй! Чит! Нахуй, пошел, понял? Входит и выходит. Хе-хе, наконец-то. Объявляю. Боссы. Сиамские близнецы. Вести переговоры буду мировые, и переговоры буду я. Не, нихуя. И вот этим вы будете расплачиваться. Нет, эта маленькая безделушка принадлежит... Что я люблю больше сыра? Больше сыра? Я люблю тебя на срок. Я люблю убивать. Я люблю русский рок. Я люблю всякую хуйню, блядь. Ахом! Чеддер, мой любимый. Сова! Рад познакомиться, ребятки. Меня едут. И мне все хуже тут так мало. Это баба толстопуза. Идите в жопу, уроды. Эй, болваны, что это тут у вас, тут у вас происходит? Лянжин. Эй, толстяк, сейчас ты у меня на луну. На луну улетишь. Да блять, меня заебали. Эти бурундуки, попадись только я. Похоже, они испугали старика Рокки. Игра в сыщиков была не очень умной идеей. Продолжение следует.